Хей, йо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Вупо. Так, мне сейчас интересная вещь, я точно начал новую запись или нет? Поэтому, да, я начал новую запись. Поэтому нормально. Так, подождите. Бла-бла-бла, что я нового получил? Тортик. Карла, день первый, день второй, день третий. Но я их посмотреть не могу. Это типа я получил, еще два я не полученных, да? Так, сейчас я пойду в воды сначала наполню себе в оружие. Сейчас мы заполнимся водичкой, вы подождите. И я с ним сражусь снова. Потому что он чертила все-таки нечестность в какой-то степени. А, все? Я не ожидал, что ты полностью выложишься на мне. Это был впечатляющий бой, Вум. Ты должен гордиться собой. О, плюс 5 сразу. Хе, все-таки я Афро. Убийца. Убийца. Как дела? Другой раз. Ну ладно. Видите, как меня пронесло, что я его победил даже. Хе. Минус еще один босс. И изички, изички, да, изички. Только я не понял, а я типа воду пополнял себе еще на халяву за счет краски, так я понимаю, которую он мне пулял. Так дело даже в том, что я его зажал этой же краской. И все. И он отлетел. Можно на шестой? Блин, я вижу, хорошо. Просто есть шестой этаж, мне интересно, что на шестом. Ну мы уже первый этаж исследовали, мы его очистили. Ну, поварам уже помогли. О, привет. Я слышал, что ты избавился от пыли на пятом этаже. Это, конечно, мило с твоей стороны, но недостаточно. Тебе все равно придется уйти. Ты по-прежнему здесь? Почему ты все еще здесь? Ты бездельничал последние дни. Я не могу найти чип-карту. Просто позвольте мне остаться. Нет, ты должен уйти. Мы проходили через это миллион раз. Вуман грязнулям здесь не рады. Иди найди себе чип-карту и выдвигайся. Ладно, ладно. Я не смогу найти. И поторопись. Сейчас он договорится. Подожди, что это? Используется с пленхекерами в чудо-пленке. А, то есть это вообще еще даже другая валюта. Мы в чудо еще пленку попадем. Ах, ты что, действительно не можешь найти даже одну? Пробовал одолжить у Лонса или Меркера. У них есть чип-карта, и они, кажется, никогда не собирались. Они ее не дадут мне. О, вернулся, пошел. Фу, я боялся, что это может случиться. Ну, дай подумать. Ты убрал пятый этаж? И та проблема с мороженым на кухне. Так, что здесь?
Как ты думаешь, что он сделает? Без понятия. Он подарит мне чип-карту. Ты так думаешь? Тогда он действительно хочет, чтобы мы ушли отсюда. Но он здорово поможет нам, так что это хорошо. Тьфу, не могу поверить в то, что я сейчас делаю. Бери чип-карту и выдвигайся. Хе-хе, чип-карта. Прощай, лузер. Так, пойдемте тогда дневник почитаем, я думаю. Я лучший повар. Этот монстр мороженое могло случиться с кем угодно, да? Правда? Я еще помню, из чего все сделано. Так, короче, нам дали халявную карточку. Поэтому мы сейчас идем смотреть с вами фильмички и отправляемся на поезде. Чей-то дневник? Ладно, да и прочитаем мы его. Там что-то написано. Эх, я не знаю этого Вума. Но мне кажется, это очень-очень личное. Я извиняюсь, но я плохо себя чувствую, читая это. Это чей-то дневник. Да ладно, я знаю, что это чей-то дневник. Прикинь себе, старик. Ну ладно, пойдемте на поезд. Нам больше, в принципе, ничего не остается. Wait, what? Да ладно. Ну блин, мне интересно, что шестой этаж чем является. Подожди. Вернись на минуту. Я могу через крышу свалить. Так, я думал, наверное, перебор с тем, что тебе здесь не рады и прочее. Так, вот, возьми. Ха, тебе не пора на поезд? Спасибо. Не, в натуре, спасибо, мороженое. Так, мороженое, мороженое. Чип-карта позволяет сесть в поезд до города Попо и обратно. О, Двум, ты любишь мороженое? Блин, я думал, это оружие. Это не оружие, оказывается. Привет, добро пожаловать в боксок. Так, купить, продать. Давай купим. Шляпа Гуку. По мнению многих воинов, эти листья Гуку обладают напоминающие качеством старые добрые времена. Жвачган. Жвачган Декстрович. Так же хочет. Блин, я даже не знаю. Так, 80. 64. Давайте купим.
Так, купить шляпа из Дорста, притворить это кофе брек. Так, а что если я наоборот тебе продам что-нибудь такое? А, не, подожди, подожди. Я ему в рот, да, бросил, получается. Так, часы. Так, за каждый по 5, да? То есть 50. С вас 220. Бросайте в сумку. Чё ты, парень, зажрался? Это 200 дает. Ты мне за тортик тогда до хера взял. Я думал, это ценей побудет. Но нифига. Теперь это будет единица. Давай купить. Что у тебя еще нового есть? Кисть. Стань художником. Шляпа и слепка только для очень спленков. Она стоит 800, какого черта? Заполнитель. Что за заполнитель? Одежда блюсера. А ну-ка, может, у него просто тогда денег не было? А, нихера. Идешь в сраку, чел. Но мне зато урон на краски вообще не будет. Нихера не понимаю, какое оружие лучше, вот честно. Ладно, сойдет. Погнали.
Приветствую. Как я могу вам помочь? Купить? Не забывайте следить за временем. Так, чип можно было, оказывается, еще купить. Так, пока мы еще не уехали, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Да, типа мне на время на станцию, да, какую-то? Из станций. Следующий поезд через какой-то промежуток времени. Чудесный спленг. Выход, мегакранк. Ченг, веселый бомб. Нифига, здесь у нас аттракционы. Нихера не понял. О, привет. Я не похож на большинство эстплекеров. Я думаю, что на самое дело я мог бы быть блюсером. Я имею в виду, что должен быть всегда спокойным. Я стою здесь каждый день. И ничего не происходит. Но я должен сделать за Красным океаном. Думаю, что большинство эстплекеров больше заинтересованы только в том, в торговле с тобой. Но глубоко внутри они неплохие. Они... Если ты действительно попытаешься тебя может получиться завести большую дружбу со спленхекером. Большинство спленхекеров, которые еще дружат с блюсерами, а не со спленхекерами. Блюсеры очень хорошие люди, вум. Нет ничего более загадочного, чем океан. Это просто вау. Я даже снял диафильм об этом. Вот. В любом случае, тебе, наверное, пора уходить. Увидимся. О, ты еще здесь? У меня кончились темы для разговора. Но мы можем вместе посмотреть на океан. А я вот думаю, знаете о чем? А зачем мне тогда корабль? Ну, поезд. Ну, приветствуем. Я знаю, что это... Что-то вывеска говорит о билетах, но мы перешли на новую систему. Когда будет готово, должны бросить свои монеты прямо в слоты над сиденьем. Ладно, хочу тоже. Так, подожди, а сколько у меня их хотя бы?
Мне прикалывает, что здесь вот по-настоящему что-то сделано так. Но у меня есть карта, поэтому давайте посмотрим, что будет. Вы здесь новые? Зайдите в свой инвентарь и выберите спленкер, затем бросьте их три из них в гнездо над вашим. Так. Ну что, отправляемся? Нас тошнит. Возьмите сплектоины и бросьте их на меня. Бросьте свои смуры на меня для обмена на сплектоины. Бросьте три сплектоины за чудесную шляпу. Бутылка с фильмом. Даже съев это стекло, восстанови часть КП. Ты останешься довольным этим фильмом. За радужный шарик. Хочу покататься. Знаете, это долго. Как-то очень долго. Может, давайте на паузу поставлю, подожду. Так, я дошел до этого. Хорошо. А если я бы не заплатил, я бы, скорее всего, упал. Наслаждайтесь поездкой. Так, мне кажется, там минус здоровья было. Прыжки, удача, мы еще сейчас вниз сходим. Че так думал, я же устал ждать. О, наконец-то. Скоро наша очередь будет. Все, наконец-то наша очередь пришла. Я, чтобы вы понимали, я минут 10 ждал эту сраную очередь. Наконец-то. Ну, у нас уже вырвало немного, поэтому... Поехали. А, вон почему он так долго ехал. В начале. Мега-кран. Вот сейчас начнется, да?
То есть я сейчас только что потратил 10 минут, может даже 12. А, ну ладно. Не просто так потратил. А если бы я просто... Тогда давайте... Ладно. Я хочу посмотреть, что у нас сначала с левой стороны вдалеке. И там, где мужик был, вот тут нам что-то еще это... Интересно, что здесь? Ну, тут сейф есть. Какой-то остров. Приветствуем. Купить, продать. Давай купить. Только зиофильмом, также съесть это стекло, ла-ла. Красиво сделанная гирлянда, повседневная шляпа блюсером, сделанная из деревьев, расположенных на островах блюсеров. Еще одна шляпа блюсеров. Деревянная скульптура неудачного проекта художественной школы блюсеров, склеенных вместе. Шляпа гуков, скульптура блюсером. Похоже тебе на блюсера, вроде. Скульптура с... Спленхекеров похожи тебе на сплюхеров. Магазины артефакт. Три не знает, что он делает. Похож на брюсера. Шшш, нихера стоимость. Ладно, мы сюда немножко попозже придем. Сначала исследуем до конца парк. У нас еще целый с вами поезд впереди, вы понимаете? У нас еще целый поезд. А я пока что вот эти монетки оставлю. Сейчас посмотрим, что здесь. Хе. То есть чувство, когда у тебя есть другой фонарик. Добро пожаловать в Фортунис, самое магическое место в мире. Возможно, вы хотели бы, чтобы я прочитал ваше будущее. Зачем? Потому что мои исследования говорят о том, что многие вумы живут лучше, когда знают свое будущее. Ладно, хорошо, погадайте. Да? Это имею в виду. Хорошо. Вы очень храбрый маленький Вум. Итак, как вы можете себе представить, чтобы выглянуть в будущее, нужно затратить энергию? Так что, конечно же, для ее понадобятся сплинкоины. Один сплинкоин за жизненное время, чтобы узнать то, чего вы не знали или подумали о том, что даже один раз не приняли это сумасшедшее пожизненное предложение. Звучит... Звучит как сделка. Что за ерунда? Ха. В точку. Да. Хорошо. Давайте сделаем это. Теперь я посмотрю в хрустальный магический шар, чтобы сказать вам, что будущее готовит для вас. После того, как только вы заплатите мне. Ах. Хм, как интересно. То вы видите это? Да, я думаю... Похоже, что будущее хочет рассказать вам что-то чрезвычайно важное. На самом деле, будущее, которое я вижу здесь, похоже быть слишком ценным для всего одного спленкина. Хорошо, хорошо, забудь об этом. Ну, значит, вы хотите, чтобы я нашел вам мнение ценное будущее? Хорошо, я заплачу больше. Я не буду платить больше. Ладно, тогда будет более дешевое будущее. Вот так.
Будущее мне подсказывает, вам придется заплатить больше спленков, чтобы получить хорошее предсказание. Разве это не здорово? Как насчет еще одного? Нет. Ох. Ну, как насчет посещения темной камеры? Что это? Это комната, которая полностью блокирует все солнечные лучи. И я слышала рассказы о том, как люди сходят с ума от галлюцинаций в темноте. Найти темноту сложнее, чем вы думаете, так что посещение темной камеры – это, пожалуй, лучший вариант. Я не могу гарантировать, что вы сразу все увидите. Но есть только один способ это узнать. Хорошо, давайте проверим. Ладно, вы знаете, что делать. А, нет, не хочу. Все, идите в сраку. Веселые бои. 106, рекорд. Здравствуйте. 3 спленка, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, кидайте мне спленки. Готовы? Становитесь. Вперед! Время истекло. Давайте посмотрим, побили ли вы рекорд. Но мне хотелось 38 очков, чтобы пробить рекорд. Тот, кто побьет мировой рекорд, получит фантастические призы, поэтому попробуйте еще раз. Пожалуйста, отправляйтесь вперед к выходу. А сколько у меня вообще этих херовин осталось? 6 штук. Добро пожаловать в фортуну со мной. Ох, ладно, пока. Надеюсь, вы хорошо провели время. Ладненько, хорошо, давайте мы сделаем вот что. Добро пожаловать в фортуну. Возможно, конечно. Да, это я имел в виду. Хорошо, время. Так, начнем. Что за ерунда? Нет, нет, нет. Я действительно могу. Да ладно, просто давайте попробуем один раз. Не интересуется. Пожалуйста. Этого не будет. Подождите, я вам кое-что скажу. Если вы позволите мне прочесть свое будущее сейчас, если вас это как-то устроит, я не верну деньги сразу. А, я не верну деньги сразу. В скобочках верну деньги сразу. Я слишком заманчиво. Так, слишком заманчиво предложение, чтобы отказываться. Нет. Ладно, ладно, стойте. Что если я расскажу вам о волшебной темной камере, которой я владею? Странные вещи могут произойти в темной комнате ВУМ. Какие? Я не шучу, люди сходят с ума от галлюцинаций, которые там происходят. Но если та-та-та-та... Хорошо, давай. Да? Хорошо. Давай сделаем это. Теперь посмотрю в хрустальный магический арт, чтобы сказать, после чего вы заплатите мне. Ах, как интересно. То видите это? Нет. Похоже, что будущее хочет рассказать вам что-то чрезвычайно важное. На самом деле, будущее, некоторое я вижу, здесь может быть слишком ценное. Хорошо, хорошо. Спасибо. Ладно, давайте начнем. Будущее мне подсказывает. Возможно, вы еще этого не знаете, но вы на пути к городу Попа. Особая судьба ждет вас там. Это было довольно волшебно, не так ли? Как насчет еще одного? Конечно. Хорошо, вы знаете, что делать? А я не хочу. Я хочу в комнату.
Ох, я вижу, что вы передумали. Счастливо. Я хочу в темную комнату. Я хочу перейти в темную камеру. Ладно, вы знаете, что делать. Спасибо. Камера позади меня. Вы можете остаться там сколько хотите. Хорошего вам там времяпровождения. И как? Вы видели что-нибудь из этого мира? Нет. Ну, я был разочарован. Я стал другим вумом. Ну, я был разочарован. Да? Ну, это очень неплохо для меня. Я вижу вас всюду. Иди в жопу. Так, сколько мне осталось их? Ну, как раз 3 заплачу. Время стекло. Давайте посмотрим, побили ли вы рекорд. О, вам не хватило 13 очков, чтобы победить мировой рекорд. Тот, кто побьет мировой... Но вообще-то это обман, потому что я сейчас намного быстрее ломал объекты, чем тогда. Мы должны заплатить, чтобы войти. Упс. Упс. О, похоже, вам не хватает сплинкеров. Зараза. Ха-ха, в самом деле, вы не заметили? Эй, это может сработать. Пожалуйста, не ведите себя так. Хорошо, я заплачу. Я ухожу. Ну ладно, пока. Воды заплатить. Короче, плевать, я рекорд не смог побить из-за того, что мне не хватает. И вообще-то я успевал. Просто минус деньги, все минус деньги. Я разочарован сильно. Почему у меня хп здесь? Ни хера не понимаю, что мне делать. У меня показана хпшка, но я почему-то не могу воспользоваться. А, подожди, это и есть что-то пленка, где мы сейчас? Так, а что мне тогда делать? Странно. Короче, решил загуглить, что вообще нужно делать. Оказывается, нужно просто стрелять. И он тогда сам...
Так, либо из-за птицы. Не помню. Так, вещи. Пускай на четверку будет кое-что другое. А, он, походу, из-за птицы загрелся. Ну дай мне атаковать тебе. Ну, зараза. Что за бредятина? Но если так, тогда далеко. И кинофильм дали еще. Так, что мне там дали? И как я пойму, что-то отсюда? Если бы это еще озвучивалось, цены не было бы. Погнали, попробуем еще раз рекорд свой побить. Так я уже дал ему алло. О, время истекло. Давайте посмотрим. Побили ли вы рекорд? Вау, вы побили мировой рекорд. Подойдите сюда, чтобы получить свой приз. Хе. Готово. Наслаждайтесь призом. А, типа я не могу обратно их обменять? Я правильно понял? Приз веселый Боинг. Ты заработал его, пробив мировой рекорд. Чудо-пленка. Каждый посетитель чудо-пленка обещает, что его шлеп показывает всем вашу способность наслаждаться.
радужный шарик. Ясно. Ну а давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.